камера, здесь мы содержим заключенного под неизвестным именем. Ну, я был на стороне ДНР, Новороссия, на той стороне меня задержали. Ну, общался с сепаратистами, как их называют, и был на их территории, поддерживал так отношения. Ну, меня они как бы вербовали так вот потихонечку. А как вербовать? Ну, заубляли там, видео постоянно просматривал там, наговаривали всего. Этого я не знал раньше, пока не попал сюда. Говорили, что убивают здесь там как бы. Вот так вот. А российских много было людей там, граждан России? Не, немного, но были. А как вы определили, что это россияне? Ну, потому что с ними как бы и местные все не вели так отношения, вот как со своими, друг друга знают. Как, ну, прибывшие, приехавшие откуда-то. Ну, и у них акцент такой, как российский. А как они себя вели, что они делали? Ну, что брали в свои руки командование. Они так и ведут. Да, предлагали, но я как бы не соглашался. А что предлагали? Воевать идти там за деньги, кто за идею там, кто как. А сколько денег? Предлагали за деньги. А сколько? $300 в неделю предлагали. Настроен был против Украины, ну как озлоблен. Потому что посмотришь видео всякое, вот это все, что показывает, ну информационное. Постоянно вот это поступает, и ты только смотришь и все. Ну не бываешь там, чтобы увидеть правду там, пока вот не попал. А сейчас что? Что вы думаете по этому всему поводу? Изменили свои... Да, изменил. Во многом изменился, как бы вот так вот посмотрел, как люди относятся. Какой бы я там бы ни был, но относятся по-человечески в первую очередь. Фашистов много здесь? Пока не видел ни одного. А у вас тут висит текст гимна Украины. Вы его учите или что? Или это как я шутка? Его... Не, это не как шутка, как бы. Но это для желающих, наверное, кто захотел бы это выучить. Я его знаю, как бы, но подучил. Говорим о том, что да, вот что в камере. Вас били, как вас задерживали или не били? Какое отношение здесь к вам? Не, общались вот так вот. Бить не били. Я же говорю, что узнал, потому что мне рассказывают одно. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Пока здесь не побудешь, как бы, относились нормально ко мне. Кормят постоянно, не голодные, там-то это. Общение проводят постоянно. Как там, ну, проявляют. То есть сепаратистов приглашаете на экскурсию? Ну да. Это наш гимн Украины, конечно же. И мы патриотически перевоспитываем наших задержанных. И в этих словах... Сейчас, в данный момент, показывается вся та ситуация, которая происходит у нас.